Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня вы увидите концовку Call of Duty Black Ops. Первая концовка. Всем приятного просмотра! Я тебя держу, брат. Я переживал за тебя, приятель. В какой-то момент я подумал, что ублюдок останется в живых. Сюда. До встречи, сектор. Не входи! Клянусь богом, я тебе это кресло засуну так глубоко в жопу. Привет, Вудс. Говёно выглядишь. Стой здесь. Я же тебя пристрелил. Выходит, хреновый ты стрелок. Иди ты. Где ты, твою мать, ошивался 30 лет? Это видео запустится, когда меня убьют. Кроме здесь, хватит ждать и таиться. Моя смерть рассеет вездесущую тьму. Дэвид Мейсон, сержанту Вудсу. Еще один Мейсон? О, господи, оцепить здание. Привет, парень, заходи. Господи, Фрэнк. Познакомлю кое с кем. Эл, это Дэйв. Дэйв. Как дела? Это твой отец. Нет, не трогайте моего папу. Ни хера не понимаю. А вы прям как бабы. Давайте-ка дальше самостоятельно. Мне нужны сигареты. Шрам еще остался. В тот день я тобой гордился. Я упал. Да. Но потом поднялся.
Теперь концовка номер 2 игры Call of Duty Black Ops 2. Концовка вторая. Если бы решал я, ты сейчас был бы с сестрой. Эй! Никто мне не подмогнет! До встречи, Сет. Увидимся с тобой через год. Перечитывай Улисса и готовься. Нет. Он всего лишь грустный старик, который говорит сам с собой. Пусть болтает. Клянусь богом, я тебе это кресло засуну так глубоко в жопу. Привет, Вудс. Говёно выглядишь. Стой здесь. Я же тебя пристрелил. Выходит, хреновый ты стрелок. Иди ты. Где-то твою мать ошивался 30 лет. Это целлериевый червь, друг. Та же тварь, что захватила дронов. Он вырубил электростанции по всему восточному побережью. Когда ты его остановишь? Да у меня целый год ушел на попытки его хакнуть. Лучшее, что я могу сейчас сделать, это свалить обратно в Англию. Знаете, мы пригласили сегодня на шоу Рауля Менендеса, но у него были другие планы. Какая-то там годовщина. Взять его! Какого хера? Почему свет отрубился? Охрана, пора вставать, Вудс. Эффектное появление. Долго добирался. Mi hermana Josefina. Да, я давно этого ждал.
Она выжила в огне. Ради меня. Я ее не бросил. Вы забрали ее у меня. И чему это тебя научило? Чему научила? Кордис Ди. Come on.